Доброе утро! Обувь является важным стилеобразующим элементом моды. А мюли – один из главных модных трендов этой весны. О новинках женской обуви сегодня и поговорим. Разнообразие дизайнерских разработок обуви по праву восхищает. Среди предложений есть как классические экземпляры, так и необычные технологические и эстетические новшества. Сегодня актуальны классические лодочки на каблуке средней высоты, туфли с элементами ретро-эстетики, прозрачные пластиковые балетки, босоножки в стиле панк-шик, яркие кроссовки, остроносые мюли, необычные кломпы на каблуках, латексные цветные сандали, ботильоны с открытыми носами, массивные ботильоны в байкерском стиле, классические туфли фасона Мэри Джейн, получившие свое название от персонажа комиксов 1902 года. А еще туфли того же фасона, но с мотивами казаков. Отдельного разговора заслуживают сапоги. Среди них я бы выделил высокие на тонкой шпильке цвета самоварного золота, латексные сапоги-чулки на громоздкой танкетке, летние текстильные ботфорты, мега-высокие байкерские полупрозрачные ботфорты с блестящими кожаными цветами и, наконец, яркие сапоги-скелеты. Самая эффектная обувь весны – та, у которой завязки длиннее. Стилисты рекомендуют босоножки, у которых кожаный шнур обвивается вокруг щиколотки, или с высокой шнуровкой, имитирующей сапоги. Альтернатива шнуровке – большое количество ремешков на обуви. Не совсем удобно, но мы же знаем, что красота требует жертв. Каблук – главный акцент этого сезона. И чем он необычнее, тем он востребованнее. На подиумах были замечены прозрачные стеклянные в виде большого гвоздя шляпкой вниз, металлические изогнутые, массивные наборные кожаные и даже каблуки в виде гофрированной трубы. В придачу к каблукам объемные плетеные платформы, гигантские пластиковые танкетки и танкетки в форме утюга, а также оригинальные иллюзорные платформы. Этой весной не только подошвы-невидимки, но и босоножки, и сандалии производят впечатление невидимых. Сегодня в моде элегантная двуцветная обувь в мелкую клетку с цветочным рисунком, контрастная в шашечку со старомодным тиснением под питона. Да, и спешу успокоить любителей белой обуви. Она по-прежнему актуальна. В элегантных вариантах, в авангардных образах. А для тех, кому наскучил белый цвет, рекомендую зашнуровать обувь яркими шнурками. И это значительно улучшит и ее вид, и ваше настроение. Пожалуй, самая необычная, на мой взгляд, обувь сегодня выглядит как очень высокие сапоги-чулки из неопрена с графическим рисунком. Или как носочки в сеточку на невысоком каблуке. И, наконец, как милые надувные туфли-лодочки, в которых, кажется, и впрямь можно отправиться в плавание. Вот чего не бывает много, так это обуви. И самое интересное, что если вы каждый день выходите из дома в новой паре, конечно, подходящей к вашему образу и соответствующей погоде, то вы не шопоголик и не выпендриваетесь. Вы продлеваете своей обуви жизнь. При правильном уходе любимые туфли могут жить десятилетиями, а коллекция расширяться и множиться. Новых дополнений и удачи вам!